Добрый вечер. На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Анастасия Мелешкевич. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Каждый прожитый год – это шаг вперед. 45 шагов – это большая дорога, которую прошли жители двух районов Бреста благодаря усилиям каждого человека, каждого трудового коллектива, предприятия, организации. 45-летие со дня образования празднуют Ленинский и Московский районы областного центра. Этот город – самый лучший город на Земле. Инициативные субботники в областном центре продолжаются. Наведение порядка и благоустройство во всех брестских уголках – дело порядочности каждого неравнодушного брещанина. Вопросы экономики, развития социальной сферы и побратимских связей – приоритетные темы встречи с представителями Калужской области России. Делегация посетила флагманы промышленности Брещины, предприятия «Стима» и «Санта-Бремор». Сочетание классики и современности, грация и утонченность, умение преподнести себя так, чтобы запомнили. Образцовому ансамблю эстрадного танца «Престиж» 25 лет. Восхищаемся и аплодируем. В эфире программа «Итоги недели». Мы начинаем. 7 апреля 1978 года указом Президиума Верховного Совета БССР в пограничном городе создали два района – Ленинский и Московский. 45 лет для истории – миг, но для районов это период становления, поиска роста, период, за который им удалось занять достойное место в истории региона. Юбилей – еще один повод подвести итог и наметить планы на будущее. Накануне прошли торжественные мероприятия в двух районах. Ленинский район, сердце Бреста, отметил 45-летний юбилей масштабными мероприятиями. Праздничная программа была насыщенной на протяжении всего дня и включала в себя чествование тружеников, открытие лавочки и первого в городе аудиогида, и даже необычный ленинский марафон. Мы побывали на всех праздничных локациях, постарались запечатлеть все самое интересное. Если вы не были участниками, вам будет интересно посмотреть, каким был праздник в Ленинском районе. Брестская крепость, советский городской парк, набережная. Невозможно представить город над Бугом, а если быть точнее, Ленинский район без названных и других достопримечательностей. Сегодня ленинцы с уважением относятся к юбилейной истории своего района, к тем, кто стоял у истоков его создания, кто возглавлял его в течение 45 лет и заложил основу для лучших традиций в различных сферах нашей жизни. Ленинский район – это современный административный, промышленный, культурный, образовательный центр нашего города, динамично развивающийся. Каждый год это шаг вперед, и этот шаг вперед мы делаем благодаря усилиям наших жителей, наших тружеников. Каждый из районов сегодня заслуживает слова благодарности, потому что Брест – это форпост, да, входные ворота в нашу страну. Поэтому естественно, что два этих района, да, пускай молодые по своему возрасту, но они очень значимы. Вклад Бреста, да, и каждого из регионов внутренних наших, Ленинского и Московского районов, более 50% вклад в ВРП. Поэтому естественно, что те предприятия, да, и те люди, которые сегодня работают, они, безусловно, дают большую отдачу. И хотелось бы поблагодарить каждого за тот вклад, потому что брещане ценны своим трудом, а мы действительно умеем трудиться и приумножать то, что сегодня имеем. А это, наверное, сегодня главное. В первую очередь, сохранить то, что мы имеем, и приумножить, и передать, чтобы после нас не было стыдно нашим детям. За 45-летнюю историю в Ленинском районе произошли существенные изменения в индустриальном секторе. Если 40 лет назад в промышленную структуру Ленинского района входило 16 предприятий, то сейчас здесь расположены 4 десятка крупных субъектов хозяйствования. Количество промышленных предприятий за это время увеличилось вдвое. Здесь размещаются флагманы не только Бреста и области, но и в целом Беларуси. Наши предприятия – это 38 промышленных предприятий. Большой удельный вес в городе, это мы берем где-то 58% удельного веса городских объемов, это 30% областных объемов.
Поэтому говорить о том, что это наш промышленный центр, это конечно, абсолютно правильно. Кроме того, развиваются и другие отрасли. Строится жилье, вырос целый микрорайон на улице Лейтенанта Рябцева. Планируется 19 домов, 13 домов уже построено. Более 2000 семей станут счастливыми. Развиваемся в социальной сфере. В прошлом году мы внесли значимый вклад именно в темпе роста. Входим в пятерку крупнейших предприятий города Бреста. Совпало и желание, и коллектива, и усилия наши, и правильная стратегия продуманная, и плюс конъюнктура рынка, когда логистически были нарушены все цепочки, барьеры, и мы оказались готовы к этому, и благодаря этому реализовали свой потенциал, который могли, хотели. Наше предприятие, компания «Санта Бремер», которой я являюсь директором, проводит социальную политику таким образом, что и Ленинский район, и Московский район, и город Брест, и область, и даже многие организации других городов обращаются за помощью, ну и всегда идем навстречу. Мы участвуем в всевозможных конкурсах детских в качестве спонсоров для призов. Мы помогаем детским домам, мы помогаем многодетным семьям. Мы помогаем так называемым семейным детским домам. Главная ценность Ленинского района – это в первую очередь люди, которые своим трудом добились поставленных целей, принесли славу району и городу. Учителя и воспитатели детских садов, директора учреждений образования, инженеры, руководители предприятий, таких как «Санта Мясокомбинат», «Гефест». Более чем 60 представителям различных профессий были вручены заслуженные грамоты и благодарности. А со сцены в честь 45-летия Ленинского района звучали самые искренние слова благодарности. Что такое Ленинский район? Это самый вкусный район, самый героический район. Это лучшая молочная продукция. Здесь находится вся история фактически. Здесь, повторюсь, одна из самых мощных промышленных кластеров, который сосредоточен так исторически. Я искренне вас поздравляю с этим своим маленьким 45-летним юбилеем, району развиваться, администрации района развиваться. Вы сегодня сердце города, и это оно так оно есть, поэтому всего самого лучшего. Будьте всегда в душе лидерами и добивайтесь тех результатов, которые сегодня позволят делать экономику Брестской области и, конечно же, города. Среди гостей праздника самые разные люди, но каждый из них связывает свою жизнь с Брестом и Ленинским районом. Я в этом Ленинском районе прожил советские времена, разруха страны, как говорится. Вот теперь у нас Беларусь, 50 лет я здесь живу. Ну, как бы все замечательно. В этом году я и победитель, признан лучшим работником, один из лучших работников предприятия. И среди работников предприятия выдвинут на номинацию сюда. И оказывается, победил. Даже было очень приятно. Благодаря людям, на котором я работаю, начиная от подсобного рабочего, который мне подчинен, и до директората нашего предприятия, сам один ты ничего не стоишь. Коллектив, благодаря только коллективу, мы и стали вот этим номинантом. Ни для кого не секрет, что Ленинский район – центр притяжения брестчан и туристов. Здесь немало достопримечательностей – Брестская крепость и Брестский Арбат, железнодорожный вокзал, городской парк, набережная. Чтобы со всем этим познакомить гостей города, учащиеся 20-й школы и по совместительству авторы проекта предложили инновационную форму экскурсионного обслуживания аудиогиды, созданные к 45-летию Ленинского района города Бреста. Возникла интересная идея с детьми – сделать интересные аудиогиды по городу Бресту. Да, они в первые
которая очень большая была ответственность. Мы всегда в любом объекте искали какую-то изюминку. Дата, это, конечно, все хорошо, но каждый дом у нас стоит какую-то тайну, какую-то, скажем, легенду. И достаточно было интересно найти им вот эти вот факты. Ну и притворить было в интересные, скажем так, маршруты по Ленина, по Гоголя, по Советской. И над, у нас планируется открытие еще 4 маршрутов. И над этими текстами работали другие учреждения образования. Ну а техническая часть осталась за 20-й школой. Лучше Бреста нету места. А потому внести свою лепту в благоустройство областного центра стараются многие предприятия и организации. Кроме того, среди желающих запечатлеть свое имя есть известные люди, творческие коллективы, дипломатические миссии. Добрую традицию по установке именной лавочки продолжила Ленинская администрация. Этот парк действующий и красивый, интересный, и очень хорошая заложена традиция – дарить городу именные скамейки. Уже больше 25 скамеек городу подарено, но сегодня у нас появился новый арт-объект. Это именная лавочка, скамейка администрации Ленинского района города Бреста. Все работники участвовали в создании этой скамейки. Есть четкий наш девиз: сегодня 45 лет со дня образования Ленинского района, и на ней четко написан логотип: 45 лет созидательного труда. Вот так громко, динамично в праздничный день поздравляют Ленинский район учреждения образования. В средней школе номер 32 был дан старт уникального марафона, который объединил все учреждения образования района. Объединить такую нить 45-километровую легкоатлетического марафона для того, чтобы собрать все наши лучшие пожелания родному Ленинскому району и вручить их администрации. Понимаем, что исполнение этих желаний, которые мы сегодня будем собирать в ходе нашего марафона, конечно, зависит от нас, от педагогов, от детей. Поэтому я думаю, что мы сегодня клятвенно будем обещать еще лучше работать и лучше учиться. Это марафон эстафета. На протяжении всей дистанции ребята, а также преподаватели, а всего в забеге принимают участие свыше 80 человек, от школы к школе передают флаги Республики Беларусь, города Бреста и Ленинского района. Я вот когда узнала то, что 45 лет Ленинскому району исполняется, и когда узнала, что сделали это настолько масштабно, то есть марафон, огромная дистанция, то есть все школы принимают участие, то есть я прям загорелась этим очень сильно, мне самой захотелось поучаствовать, чтобы вот пробежать, ощутить эти эмоции, открыть марафон. То есть я была очень рада, когда узнала, и что у меня есть возможность поучаствовать. И на каждом этапе ребят встречают громкими и яркими эмоциями группы поддержки. Один из пунктов маршрута — средняя школа номер 33. Здесь в честь праздника высадили аллею из 45 деревьев. Это клены, липы и рябины. Концепцию проекта прорабатывали вместе с ландшафтным дизайнером. Аллея сложена в форме флагштока с флагом. Посадочный материал нам предоставило унитарное предприятие «Коммунальник». Вот. Хочется сказать им спасибо. Они подготовили все для посадки деревьев. Только остается, вот, как говорится, нам свои руки приложить для того, чтобы эти деревца принялись, для того, чтобы расцвели. Ну и, конечно, все-таки хочется, чтобы Ленинский район города Бреста был лучшим районом, самым красивым районом. И я думаю, что мы все вместе приложим силы для того, чтобы все это дело воплотить в жизнь. К работе тоже подключились и директора школ, и учащиеся. Трудятся активно, говорят, что такой подарок в честь юбилея особенно памятный. Сегодняшний день очень важный вообще для любого жителя Ленинского района города Бреста. А мероприятие, в котором мы сейчас непосредственно принимаем участие, для нас, как для педагогов, как для школьников, это, знаете, как вот аллея 45-летия, это как пример того, что каждый росточек, который заложен в эту землю, должен прорасти. И сегодняшние деревья, которые мы посадили, конечно же, это память о том, что 45 лет Ленинскому району, и это задел на будущее, на развитие. И хочу пожелать Ленинскому району только процветания. Прекрасно, чудесно себя чувствую, горжусь своей школой. А
А тем временем марафон продолжается и на центральных улицах города. Ребят встречают в средней школе номер 13, где преподаватели и старшеклассники также уже готовы выйти на старт. Они будут передавать эстафету средней школе номер 20. 45-летие Ленинского района – это замечательный повод вести здоровый образ жизни, поэтому я посчитала нужным показать личным примером нашему молодому поколению, что нужно в таких мероприятиях обязательно принимать участие. Мне интересно пробежаться в целом, попробовать свои силы, на что я способен, и в целом это весело будет, я думаю. Эмоции положительные, конечно, и ответственность тоже ощущается небольшая. Ну, хочется не посрамить имя школы. Вот так эмоционально быстро завершается 45-километровый марафон. Преподаватели и молодежь бегут, а их встречают у Ленинской администрации. А глава района Александр Власовец, выслушав от ребят собранные пожелания району, его жителям и приняв флаги, вручил представителям всех учебных заведений памятные сувениры и шоколад с логотипом 45-летия Ленинского района. А на прощание сделали коллективное фото на память. А уже в июне месяце Ленинская администрация планирует организовать большой праздник для горожан. Все еще впереди. Поздравления в эти дни принимают и все жители Московского района Бреста. Им есть чем гордиться. Ведь это один из самых больших по численности населения и территории районов во всей области. И именно с него начинается знакомство с Брестом гостей, которые въезжают сюда по трассе М1. Здесь живут замечательные, радушные и гостеприимные люди Московского района, которые умеют усердно трудиться, умеют и отмечать праздники. В этом убедилась и наша съемочная группа, которая побывала на торжественном мероприятии, посвященном 45-летнему юбилею. Людмила Лагодич продолжит тему. Московский район Бреста радушно встречает гостей в любое время года своими широкими проспектами, многочисленными жилыми кварталами, обилием зелени, бизнес-центрами и торговыми площадями. Здесь проживает большая часть населения города. На его территории расположено 36 школ и столько же детских садов. Здесь находятся около 20 учреждений здравоохранения, а также такие флагманы промышленности Бреста, как «Савушкин продукт», «Гефест техника» и «Брест». Жилстрой. Вот таким молодым и уверенным, динамичным и благоустроенным Московский район подошел к своему 45-летнему юбилею. Сегодня 45 лет со дня образования Московского и Ленинского районов города Бреста. Это действительно такой маленький юбилей, подвести может небольшие итоги. За это время, наверное, брать по численности, да, если 45 лет назад у нас было чуть больше 90 тысяч проживало на территории Московского района, то сейчас, согласно официальным данным, более 233 тысяч, а фактически, как и есть, что где-то 243 тысячи жителей проживают на территории Московского района города Бреста. Активно жилье строится в заречной части города, прорастают объекты социальной инфраструктуры. И действительно, здесь стал он, наверное, таким спортивным ядром, потому что на территории Московского района расположены основные спортивные объекты. Очень притягательным местом после реновации стал парк воинов, интернационалистов. Парк тысячелетия тоже потихонечку развивается, да, и пользуется популярностью. Парк мира. Отметить 45-летний юбилей решили в торжественной обстановке в администрации Московского района. Как и полагается, по такому поводу пригласили почетных гостей, представителей трудовых коллективов, каждый из которых сделал весомый вклад в развитие района. Высокими наградами, грамотами и благодарственными письмами в этот день были отмечены 35 человек. Строители, педагоги, врачи, кадровики и юристы, милиционеры и военнослужащие, а также почетные ветераны своей отрасли. Каждый из них долгие годы вкладывает в свое дело не только труд, но и душу. И по праву может считать себя гордостью Московского района. Работа мне очень нравится. Люди в Московском районе, ветераны в том числе, замечательные. Я пришла по своему желанию и вижу, как преображается наш Московский район.
школы, садики, какие очень хорошие. А само благоустройство, одна церковь вот рядом светится. Как. Очень приятно получать личную награду, но вдвойне приятно, что эта награда приурочена к юбилею района. Мы с районом почти ровесники, поэтому два, значит, знаменательных события. Успеха нам, всему Московскому району, процветания. Ну и здоровья всем жителям города Бреста. В адрес собравшихся прозвучало много душевных слов благодарности, а еще больше прекрасных музыкальных поздравлений. А завершился вечер символичным флешмобом и концертной программой у стен администрации. Также все присутствующие приняли участие в посадке памятной аллеи в честь данного события. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на канале БУК ТВ. Продолжаем выпуск. Сегодня в Бресте прошла череда субботников в рамках месячника по благоустройству. Вооружившись необходимым инвентарем, сотрудники Брестского городского исполнительного комитета, представители администрации жилищно-коммунального хозяйства, Белорусского республиканского союза молодежи, сотрудники предприятий и организаций города наводили порядок на различных знаковых территориях областного центра. Брестская крепость Герои, госпитальный остров, лейтенанта Рябцева, территория около областной больницы, Красный двор – это неполный список городских участков, где прошла активная работа. А наведение порядка на территории Тришинского некрополя и Красного двора – следующий материал программы. В любую пору года Брест по-своему привлекателен, всегда радует жителей и гостей красотой и чистотой улиц, парков и скверов, завораживает видами старинных зданий и современных построек. За чистоту и красоту родного города радеет каждый его житель. Подтверждение тому – сегодняшний субботник. В 9 утра с мёдлами и граблями вышли на борьбу с мусором неравнодушные горожане. В этот день навели порядок на территории Тришинского кладбища. Депутаты городского совета, сотрудники горисполкома, представители общественных объединений, молодежь, военнослужащие, 38-й десантно-штурмовой бригады убирали палую листву, сухую растительность, выкорчевывали кустарники. В рамках проведения месячника по благоустройству и наведению порядка на городских территориях мы сегодня уже традиционно работаем на Тришинском кладбище. Уже, наверное, лет 7-8 депутатский корпус в весеннее время приходит на это историческое кладбище города для того, чтобы здесь навести порядок. Стараемся где-то прибрать и общими усилиями, и мы, выходя вот на этот фронт работ. Несмотря на прохладную погоду, работа шла полным ходом, ведь на календаре весна, а это значит время уборки. А общий труд – это здорово, ведь все начинается с малого. Желание облагородить родное сердце уголок и внести свою лепту в большое и нужное дело. Сейчас идут праздники православные, католические, поэтому важно навести порядок на кладбищах. Кроме того, в Бресте идет месячник по благоустройству. В этот период важно, чтобы были убраны все пустующие территории. Здесь важна роль предприятий. За многими предприятиями закреплены определенные территории. Сегодня необходимо навести порядок до 22 апреля, до республиканского субботника, который будет завершающим моментом в наведении порядка в городе. С энтузиазмом работали на Красном дворе, в арсенале сотрудников предприятия ЖКХ и добровольцев бензопилы. Фронт работ большой, уборка акватории реки Муховец, но когда за дело берутся профессионалы, работа спорится. Работает около 180-200 сотрудников. Основная задача стоит сегодня – это убрать некорастущую поросль, очистить, сделать приглядный вид. И в дальнейшем, это первый субботник, правильно было сделано акценты, в дальнейшем планируем эту традицию продолжать. Задача стоит амбициозная – расчистить не только вот эту делянку, но и продолжить, в принципе, до поворота на картинговый стадион и далее. Дико растущая кустарниковая растительность, можно сказать, инвазивные деревья спиливаются для того, чтобы действительно облагородить место в первую очередь, во вторую очередь оздоровить это место и в третью очередь сделать приглядный вид для того, чтобы окружающие, которые едут на базу отдыха «Красный двор», в санаторий «Солнечный», имели
имели возможность любоваться красотами, в том числе видом реки, которая находится за данным лесом. Вот так только вместе, дружно и сообща, можно сделать наш город, свою землю и любимую малую родину чище и краше. Поэтому наведение порядка на земле всегда актуально. Активная деятельность в этом направлении должна быть не просто нормой, а привычкой каждого человека. Та задача, которая сегодня стоит, это в первую очередь наведение порядка на земле. Это благоустройство нашего города, потому что тот труд, который мы вкладываем, он потом, вы сами видите, какой получается результат. Он приносит и удовольствие, он... Город по-другому выглядит, становится. Это ухоженность города. А вторая немаловажная черта, то, что когда трудовые коллективы вместе выходят и занимаются физическим трудом, это сплочает наши трудовые коллективы. Они видят свой личный вклад в общее дело в городе. Жители областного центра призывают поддержать экологическую акцию. Впрочем, многие брещане сами проявляют инициативу и активно участвуют в месячнике по благоустройству. Об акциях, которые также прошли в городе над Бугом, смотрите в следующем выпуске программы «Буг-Информ». В эфире «Итоги недели» говорим о главном. Вопросы экономики, развития социальной сферы и побратимских связей. Эти и другие темы стали приоритетными во время встречи с представителями Калужской области России, которая состоялась на этой неделе в Бресте. Делегация во главе с губернатором Владиславом Шапшой сперва посетила Минск, где встретились с президентом и побывали на объектах холдинга «Амкадор». Далее для расширения сотрудничества между регионами делегация отправилась в Брест. В областном центре гостей ждала насыщенная программа, которая включала встречу с губернатором региона Юрием Шулейко, экскурсию в Брестскую крепость, а также визит на предприятия «Стим» и «Санта-Бремер». Делегацию из Калужской области встречали гостеприимно, хлебом, солью и добрыми словами. Мы рады приветствовать вас всех на гостеприимной Брестской земле. Мы вас очень ждали. И рассчитываем, что наша встреча пройдет в доброй, теплой, хорошей обстановке. Налаживание добрососедских отношений – приоритетная задача, в которой заинтересованы обе стороны. С экономическим и логистическим потенциалом региона гостей познакомил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. И здесь есть чем впечатлить. Только промышленный кластер нашего региона включает в себя свыше 1900 предприятий. В свою очередь губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что у Брещины и Калужской области есть все возможности для плодотворного взаимодействия, наращивание товарооборота, промышленного взаимодействия, культурного обмена. А наибольшую заинтересованность вызывает компетенции и опыт в сфере машиностроения. 5 лет назад между нашими правительствами было подписано соглашение о дружбе и партнерстве. Год назад такое же соглашение подписали наши представительные органы власти. И для нас это действующий рабочий инструмент. Ну и, конечно, нельзя в стране оставаться от спортивных культурных событий. Вот мы сегодня договорились о том, что летом будут большие гастроли Калужского симфонического оркестра. Они будут организованы в Минск. И, конечно же, в это же время мы обязательно организуем приезд наших артистов в Брест. С огромным удовольствием. Первый день визита российская делегация также посетила Брестскую крепость. Второй день стал практическим – знакомство с экономическим потенциалом региона. Первый пункт – предприятие «Стим». Компания специализируется на нанесении дорожной разметки. На предприятии создан весь комплекс для осуществления данной работы. От разработки технологии «Умный город», линии лакокрасочных изделий, которые используются для разметки, до производства необходимой высокоточной и мобильной техники, разметочных машин. И оптимизация процессов здесь как нельзя наглядно. У нас есть их задания, у нас есть общение с клиентами, есть примерное понимание их ожиданий по цене, но мы постараемся... Вы же под рынок ее делаете? Конечно. Не для того, чтобы немножко... Нет, один дорожный знак руками, это от получаса до 2 часов, в зависимости от организации. Mm-hmm. Это конкретно именно машинное время, там от 2 до 5 минут. Сегодня «Стим» поставляет свою продукцию в страны СНГ, Прибалтику, Польшу, Марокко, Сирию. География самая широкая. Для представителей делегации Калужской области провели экскурсию по производству, ознакомились с технологическим процессом и представили ведущие образцы техники. В Калужской области и в Российской Федерации сейчас реализуется программа по строительству дорог. Это большой национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежегодно
создаются инфраструктурные проекты, строятся дороги, наносится разметка. И, конечно, та техника, которую мы сегодня увидели здесь, она может и должна использоваться на территории Российской Федерации, Калужской области. Мы обязательно посмотрим и донесем эту информацию до профильных министерств Калужской области и других регионов. Но вот, например, в Московской агломерации эта техника активно используется и применяется при нанесении разметки. Что очень важно, качественные материалы, качественная продукция. Это долгосрочность, это возможность экономить ресурсы. Когда ты делаешь работу один раз и качественно, хватает ее надолго. Поэтому, конечно, будем искать варианты сотрудничества. Концепция умного города, которая активно внедряется в Бресте, может быть интересна и представителям Российской Федерации. Прежде всего, если говорить про города Калужской области, мы можем изменить по концепции «умный город» и «умные дороги». Можем изменить дислокацию разметки в городах, которая сама по себе, проект дорожной разметки, которая сама по себе снизит аварийность. Ну и потом, соответственно, нанести всю эту разметку, как она должна быть. Мы обычно изучаем места концентрации ДТП и делаем таким образом развязки в этих местах, понимая, как думал водитель, когда попадал в это место в ДТП, для того, чтобы исключить такие способы. Это вот сразу приводит к значительным сокращениям потерь на дорогах. Следующей точкой маршрута стало предприятие «Санта». Здесь также ознакомили гостей с производственным процессом, возможностями компании и перспективами сотрудничества. Прошедшая неделя была наполнена важными событиями, а юбилей на ней отметили не только Московский и Ленинский районы Бреста. Одному из самых известных коллективов города над Бугом, образцовому ансамблю эстрадного танца «Престиж», исполнилось 25 лет. Отметить этот праздник в Центре молодежного творчества собрались настоящие бывшие участники, педагоги, множество влюбленных в творчество коллектива брещан. Съемочная группа телеканала «Буг-ТВ» побывала на потрясающем мероприятии, а наши телекамеры запечатлели для телезрителей самые яркие моменты. Финальный прогон перед большим концертом, волнение и последние штрихи к выступлению. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Совсем скоро зал Центра молодежного творчества наполнит несколько сотен зрителей. Все они придут на 25-летний юбилей одного из самых любимых и ярких коллективов Бреста – образцового ансамбля эстрадного танца «Престиж». Анна Левчук – его создатель и бессменный руководитель. Именно ей удалось с нуля организовать эту волшебную фабрику талантов, которая зажгла множество юных звездочек и покорила тысячи сердец. Анна Михайловна – очень добрый человек, отзывчивый, всегда нам помогает перед репетициями. Я ценю нашего педагога, потому что она очень добрая. Местами бывает строгая, но она всегда нас поддерживает. Создание коллектива было в 98-м году. Вот. И начиналось оно все буквально с какого-то маленького количества детей. Вот. Это было с частной хореографической школы, а потом эта школа перешла уже в Центр молодежного творчества. И в 2008 году мы получили звание образцовой. Здесь уже в ЦМТ мы на сегодняшний день уже 14 лет. Сегодня в коллективе занимаются 300 детей, которые под руководством опытных мастеров изучают классический эстрадный танец, современную хореографию, музыкальную грамоту и историю хореографии. А география гастролей ансамбля включает Германию, Чехию, Италию, Испанию, Польшу, Россию, Украину и Болгарию. Творчество не имеет границ, и великолепное выступление ансамбля «Престиж» – самое лучшее тому подтверждение. Участники коллектива множество раз поднимались на пьедестал почета самых престижных конкурсов, становились призерами и победителями соревнований от регионального до международного уровня. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, я чувствую энергию от зрителя, я получаю очень много эмоций положительных, я стараюсь вжиться в роль, и у меня это получается. Я очень верю в наш коллектив и очень горжусь им. Здесь действительно престижные номера. И вообще мы выступаем на международных и республиканских конкурсах и всегда занимаем только престижные
места? Я пришла в «Престиж» 8 лет назад. Мне нравится «Престиж» как и руководители, так и то, что мы выступаем на сцене, ездим куда-то. К моменту 25-летнего юбилея в коллективе растет, учится танцу и оттачивает мастерство уже третье поколение детей. А самые первые его участники с огромным теплом и благодарностью вспоминают педагогов и время, проведенное здесь. Мы танцевали в коллективе «Престиж», начиная с основания коллектива, то есть наш состав получал звание образцового. Танцевали сколько? Наверное, на протяжении лет 15. Участвовали во многих конкурсах, соревнованиях. Ну, о коллективе только самые приятные воспоминания. Сейчас приводим своих деток уже тоже в коллектив «Престиж». Я горжусь нашими преподавателями, горжусь тем, что удалось потанцевать, а также поработать тоже в этом коллективе. Большое спасибо. А в этот день неоднократно звучали со сцены слова благодарности всему коллективу и педагогическому составу. Было много цветов и аплодисментов. И все это награда за любовь и преданность к своему делу и детям. Это мое хобби, это моя жизнь, это мое детище, это мое вложение. То есть, если человек не любит детей, не любит свою работу, он никогда в жизни ничего не создаст. Вот. Поэтому любить детей, в первую очередь, как педагог, мы обязаны. И да, я очень люблю свою работу. И я с утра до ночи работаю на работе, я прихожу к 8:30, я ухожу в 9, но да, я ухожу уставшая, но я получаю настолько большое удовлетворение с детьми, потому что я счастлива. Мой сын даже говорит, мама говорит, какая ты счастливая, у тебя прекрасная работа, и ты ее любишь. Предметом гордости всех педагогов «Престижа» является высокая и чистая хореография участников коллектива, которую отмечают профессионалы. В репертуаре ансамбля более 20 ярких и разнообразных танцев, но это только начало. Впереди еще много творческих побед. И нет никаких сомнений, что ближайшая цель – получить звание заслуженного коллектива – будет достигнута. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал БукТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Мелешкевич, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми.